В преддвериях праздника, в преддвериях Дня знаний, в преддвериях начала нового учебного года хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения. Быть внимательным на дорогах как водителям по отношению к детям, которые пытаются перейти проезжую часть, так и к детям, которые должны и обязаны соблюдать правила дорожного движения. Уважаемые родители, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения при движении вместе с детьми. Показывайте личным примером детям, как необходимо соблюдать и как необходимо переходить проезжую часть. Водители, прежде чем начать движение и перевозя с собой ребенка, убедитесь, что ребенок пристегнут, что ребенок находится в детском удерживающем устройстве, потому что его жизнь, его здоровье только в ваших руках. Хотелось бы также обратиться ко всем участникам дорожного движения. Видя на проезжей части ребенка, который пытается нарушить правила дорожного движения, перебежать проезжую часть в неположенном месте, примите меры, остановите его, одерните за руку. Своим движением вы спасете, можете спасти ему жизнь. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, будьте бдительны и внимательны на дорогах.